Отстаивать свои права приходится не только в сфере ЖКХ. Трудности возникают и при покупках, и при получении различных услуг. И как раз сегодня во всем мире отмечается День защиты прав потребителей. В Иркутской области к этому событию приурочен ряд акций, например, День открытых дверей в Центре гигиены и эпидемиологии. Также будут работать горячие линии в подразделениях Роспотребнадзора. Специалисты помогут составить претензию в адрес продавца, написать жалобу в надзорное ведомство. Обо всех мероприятиях можно узнать на сайте ведомства. Бороться с недобросовестными торговцами продолжают и на государственном уровне. За обвес, обмер и обсчет могут увеличить штрафы. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Так, за особо крупный обман финансовые взыскания для юридического лица может вырасти до 500 000 рублей. К слову, сейчас эта цифра составляет всего 50 000.